Ребята, всем привет! Вы на канале Интернет и деньги. Сегодня у нас опять рубрика «Сайты, которые платят без вложений и работают годами». Один из таких сайтов — это, конечно же, RuCaptcha. Когда точно был старт, я не уверен, но на форуме тема создана еще в 2013 году, так что с 2013 сайт работает, это точно. Суть работы простая: вы вводите капчу, за что вы получаете копеечку. Вот здесь примерные цены, например, за 1000 обычных капч можно заработать 39 рублей, и за 1000 рекапч можно заработать 160 рублей. Также можно посмотреть статистику работников. Ну что ж, давайте перейдем в кабинет, посмотрим более подробно. Итак, в кабинете вы можете полностью видеть всю свою статистику. Например, вот здесь написано, сколько капч вы ввели. Лично я ввел 45210 капч. Ну, в принципе, и неплохо на этом заработал. Также есть партнерская программа, и можете смотреть, сколько вы заработали на партнеров. С партнеров я заработал только 75 копеек. Поэтому все суммы, которые я выводил, я вам чуть позже их покажу. Вы будете знать, что заработал я их именно на том, что вводил здесь капчу. Ну что ж, давайте теперь, собственно, сразу вам покажу эти суммы. Нажимаю «Заказать выплату». Вот здесь сразу написано: доступно к выводу 5 рублей 8 копеек, минимальная сумма для выплаты 15 рублей. Если опуститься чуть-чуть вниз, то будет видно все мои выплаты. Вот, ребят, все мои выплаты. Вот я выводил по 25, 69 рублей, 20 рублей, 16, 16, 52. Вот даже 1000 рублей я выводил. Вот 107, 113 и 40 рублей. Вот, в принципе, все мои выплаты. Давненько я уже на сайт не заходил. Но такие суммы здесь можно легко зарабатывать. Что ж, теперь давайте посмотрим немножко подробнее по партнерской программе. Итак, по партнерочке вы будете зарабатывать 10% от заработка партнера, 10% от трат партнера в системе. Да, здесь тоже можно тратить денежки в случае, когда партнер вот тратит в сервисе средства, присылая капчу через софт. Такая возможность есть, но я в ней не разбирался, поэтому знать ничего не буду. Собственно, видео о том, как здесь зарабатывать. Так, все это я сказал. Теперь давайте посмотрим, на какие платежные системы можно заказывать выплаты. Это WebMoney, телефон, Яндекс.Деньги, Kiwi, Payeer и Bitcoin. Ну а теперь перейдем к самому главному, как здесь зарабатывать. Давайте перейдем в кабинет. Вот здесь вверху есть кнопочка «Начать работу». Нажимаете на нее, вам открываются капчи. Здесь можете выбирать обычные капчи плюс рекапча, только обычные, только рекапча или только русские капчи. Оставим как есть, нажимаем «Старт». Вот, как видим, нам показалась капча. Если вы, например, не можете разобрать, что здесь написано, нажимаете здесь кнопочку «Не могу разобрать» и ждете, когда появится другая капча. Вот, например, уже другая капча. Давайте ее введем. И нажимаете «Отправить». Вот, 2 копеечки я уже заработал. Ну и, собственно, так далее. После того, как вы уже закончили свою работу, в принципе, зарабатывать можно постоянно, пока есть капча, но если вы хотите сделать перерыв, нажимаете на кнопочку «Стоп». Капчи вам приходить уже не будут. Вот так здесь просто, ребят, зарабатывать. Кому такой способ подходит, интересен, ссылочку для регистрации я оставляю в описании. Ну а на этом все. Вы были на канале Интернет и деньги. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.